глубже, глубже, глубже. Так он пока выигрывает. Ну, считай, ты уже моя. Ого. Сейчас в тему, дорогой. Пусть я там через пару часиков смастить. Девушка, это опасная, но я запрещенная тоже люблю. Паровенный был мужик, он нахуй вертел шашлык. Я так сразу не даю. Я тебе просто ананас и без пиццы. Чё за то, кто, блядь? Чё, ты хочешь уже напоить меня? Ты готов меня обеспечивать всю жизнь? Цыгане украли невесту, подожди. Привет, друг. С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Радмир. Второй сервер. Как ты понял по приролу, серийка будет не скучная. Сегодня я вам расскажу о пикапе в МТА, как закадрить девочку, как ее сводить в бар, как поговорить с ней на личные темы, как похоронить деда, как вступить в клан, как пойти в церковь, пожениться. И, конечно, в конце ее украли цыгане. Но если вы досмотрите до конца, вы не думайте, что это конец ролика, ведь материала у меня с этой девушкой на 80 гигабайт, то бишь 4,5 часа, и как вы понимаете, в 15 минут я их вместить не мог. Так что сейчас, вот кто досмотрит до конца, не пожалеет, отвечаю, потому что это капец угарный видос. Может, в середине вам он не понравится, но в конце это будет прям разрыв. И все-таки через 2-3 дня выйдет видос с кульминацией нашего момента, что же все-таки произошло дальше. А дальше, пацаны, произошло непредвиденные обстоятельства. Кто сосался в парке, признавайся. Как же, если вы увидели своего знакомого, и он не знает об этом видосе, можете ему скинуть, я думаю, он угарнет. Я буду очень вам благодарен. Так что желаю тебе приятного просмотра. Промокодик в описании мой личный. Все, смотрим. Ты что, может, шланг в другое место тебе засунуть? Нет. Да, мне, в жопку. Глубже, глубже, глубже. Сделай это. Там уже шланг вгоняешь, блядь. Еще. Ух, куда ты мне, сука, в шею высовываешь, блядь, дурак? Ой, я все. Может, заправку сломал? Я кончу. А что так быстро? А мне много не... Вова, помоги. Не дотрах. Ебу все, что движется, кроме мозгов. Ну, получается, не девушка, а мечта? А то. Да. Это, когда девушка так делает, это Таиландом уже попахивает. Да, это Паша, я с тобой больше не общаюсь. Это просто с РП сервера. Она просто не моет. Чего, блядь? Там пиздец, что я тебе говорю. Тебе девушка деньги дает? Да. Альфон. Осуждаем. Осуждаем. Не, ну в принципе я тоже, вот я хочу с ней жить, чтобы она меня содержала, понял? Типа. Ты что, охерел? Блин, какая она меня содержит, правильно? Тоже так думаю. Ну, 1050 в месяц мне будет, наверное, хватать. Ну, лучше 100. Ну, да, в принципе, можно. Да, и она, в принципе, согласна будет. Нихуя. Она часто говорит. Тогда у тебя должен быть длинный язык за такие деньги. Знаешь, я когда ем этот йогурт, у меня стаканчик сухой. Сейчас, погоди, линейку найду. Так, он пока выигрывает. Тапки выше будут. Ждем ответочку, там посмотрим. Нифига ты. Я маленький, не похожу. Ну все получается, до побачения. Окей, мы просто играем в жизнь. Говорю, ты где? Он такой, знакомый. Я такой, да, подъеду. У меня крашло. Он такой, блин, мы уже ехали. Говорю, я не договорил с девушкой, ты где? Что это тут тачки закрылись? Ну садись. Сейчас в лес тебя повезем. Чё, сегодня пельмени пожарим? Это ты Вове говоришь? А, его Вова зовут. Путин, что ли? Хуёвая шутечка, братан. Поехали, короче, пельмени пожарим. Может, тебя пожарить? Да вроде сладенько и не жарят. Можем посолить. Соль на рану не нужно. Блядь, чего я сказал? Если девушка смеется, это значит заебись. Я просто уже смотрю, как я это монтирую, и у меня просто кринж падает ниже уровня плинтуса. О, привет. О, привет. Че, он хотел, чтобы мы его отжали. Поджарили. Отжарили. Типа вы? Отжарили Гуджу. Типа пожарили пельмешки. Я его. А я ее парень. Чего? Ну что, получается, развод и девичья фамилия? Ну, типа... Ну, получается, мисс, ты считать умеешь, да? Чего, кого? Говорю, считать умеешь? Ну,
Ну, считай, ты уже моя. О, да. Я себе поворот. Ну все, в принципе, можешь ее забирать. В принципе, выкидывай его где-то на остановке. Да, у меня до остановочек. Спасибо. Моя, да, конечно. Мы так не познакомились. Как тебя зовут вообще? Кого? Тебя. Карина. Ой, не могу. Такое имя. Такое сладенькое. Так проходит весна и осень. Шкуру тебя бросил, но тебя никто не бросил. Бэби. Ты уже решил ее пением вернуть? Да. Новенький? Угу. Нет, татарочка. Ой. Так. Татарочка, ничего себе. Значит, короче, как с ней поженитесь, она будет эту носить баранжу. Чего? Ничего не буду носить. Угу. Че, поехали в ЗАГС? Паранжу только сейчас поедем купим. А тут нету ЗАГСа. Да сейчас устроим что-то. Кстати, блин, Рил, почему здесь нельзя жениться? Наверное, потому что тут мало девочек. Девочка с сюрпризами, я бы так называю. Получается, да, у нее так. Маленький стручок. Чего? Офигел? Нету такого. Кстати, Карина, кто ты по образованию вообще? Экономист. Пизду работать. Ты чё, охерел? Не пойду. Давай бегом. Да возраст не главное, что-то. В смысле не главное? Да не культурно спрашивать, сколько тебе лет. У какого ты года рождения, хорошо? 2010-й прямо с завода просто. Чего? Нет. Ну, мне 18. Мужик, а где живешь? Да, кстати, Украина. Да блин! А чё такое? Да ничего. Чё, далеко? А. Да я приеду, не переживай. Саратов. Я же это слышала. Да какой Саратов, блин? Да что же это такое? Вова, блин. Запомни, соголовушка, не в Саратове я живу. Ты заколебал, блин. Кто? Ну вы вообще где живете? Я в России. Мы в Пензе живем. Я тебе говорю, мы с ней встречаемся. Чё, блять, я ж это, подохерела. А, ну да. Ты недостойна меня. Так а в каком ты городе живёшь? Винница. Одесса. Винница. О, Винница, так классно, блин. Так классно, тепло. Понятно. В смысле? Самый комфортный город Украины. Короче, твой язык далеко, значит. Мой язык? Достанет, не переживай. А мням-ням сделаю. Да. Чё, а вам по сколько-то лет? Как тебе сказать? На пенсии. Чё, блядь? Ей 25. Чего? 23. Ты офигел. Вот, уже вот. Реально 23? Да. Я с ноги слился. Он это, обиделся? Не, у него краш. Ну, краш это же любимый получается. Ого. Оп-оп, неплохо. Чё такое? Это получается один из вас уже? Да какую-то повязку в бардачке нашел. Онлайн написано. Спунлаем, онлайн, вот это все. Спунлаем, онлайн. Да, что упало, то пропало. Сейчас Вова зайдет, охуеет. Почему? Ну, потому что он глава. Он пиздец, он охуеет. Девушку вел, клан увел вообще, блядь. Это какой-то Кощей бессмертный, блядь, прибежал. Да не бойся, мы все вместе пройдем с тобой. Да подальше все пошло, оболело и прошло. Это что за хуйня, ебать? Ты шел в мэр? Скинулся и откинулся, получается, да? На девушку руку поднять, ах ты, блин. Девушка-то опасная, но я запрещенная тоже люблю. Массаж яиц. Кстати, а что за трек был? Не знаю. Ну хочешь? Чего? Я могу скинуть этот трек. Ну все очень просто, ты даешь мне свой вока, я тебе скидываю трек. Пикапер. Я тебе, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я через мисс попал. Через мисс, да? А ты походу скоро тоже попал, да, через мисс. Типа все, кто у нас, это бывшие парни. За месяц 20 парней? Нормально.
Ну, такой. Я чувствую, рекорд поставлю. Чего? Чё вы? Вова, блядь. Чё ты там пиздец? Да я такой бомжик. Короче, ты чё будешь? Я плачу, чё будешь? А пина колада. Короче, одна пина колада. Не, давайте два. Ясно всё, просто ясно. Берём пиво, орешки, сухарики, садимся и смотрим. Ты что, дед, боролся? Сука, Вова, блин. Сейчас в тему трек. Это вот Карина подскрипилась. Нужно пойти её там через пару часиков смастить. Я бы тебя, ай-яй-яй-яй-яй. Я бы тебя, ой-ой-ой-ой-ой. Ебать, свадьба. О, ауешники. Это татарская свадьба получается? Сынок, ты убей их. Кого, дед? Маму, мачеху мочи. А еще кого, дед? Не умирай, дед. Ты меня слышишь, дед? Живи. Да, забей, он опять уснул, блин. Опять ему этот афган наснился, блин. Блин, дед обосрался, кто-нибудь поместит памперс. Иди отсюда, ты не моешься. Давай. Чё, дед, пахнет там или нет? Там селедка у него несет, ребят. Иди нахер. Ох, ебань, кипиш поднял. Деда и мадам, не трогайте, ребят. Задушу шлангом, урод. Зарежу нахуй. Шо за кипиш, да? Кого стреляем? Свова опустил. Деда убили, капец. Пиздец. Не будет на вашей свадьбе, деда. Вот и помер дед Максим. Поехали к деду на могилу. Да не РПшник, нихера. Вон в этом, бля. Где пицца? Дед, давай в гроб назад. Поигрался и на обратно. Поробенный был мужик, он нахуй увертел шашлык. Хуем грядки он копал, хуем грядки поливал. Блять. Супер Брово смотрел? Там, короче, дед, когда всегда хотел срать, когда тужился, он пропадал нахуй, телепортировал. Ну вот, блядь. Это ты что, дед воскрес, получается? Дед съебался, получается. Короче, дед, ты ушел, а я пошел с твоей внучкой развлекаться. Я тут, кстати, сюрпризик приготовил. Бля, сейчас, пацаны, просто... Боюсь спросить, какой? Бан. Нет, спасибо. Смотри, остановись. Просто остановись, посмотри на эту луну, посмотри на этот мостик, бля, просто... Ща. Чё может быть просто романтичнее, чем... Букет цветов просто. Смотри, какое небо, сколько звезд. Просто одна звезда на небе и одна возле меня. Пиздец. А тебя как зовут? Меня? Да. Пашка зовут. Как? Пашка. Пашка. Павел? Павел, да, Павел. Что-то волки нас, блядь, на заднем сиденье сидят. Ага. Какие волки? Костлявые. Это не волки, про это тебя. Скелеты. Я скелет, блядь. Зато бессмертный. Кощей Переку, блядь. Дашь? Я так сразу не даю. Да? Можно еще пообщаться, познакомиться ближе. Ну, все дела. Давай познакомимся. Ну, давай. Куда ехать? Я не знаю, что имя можно еще удивить. Типа сначала там свидание, романтика, там все дела. Паша, Макдональдс? Походу, это не было. Бля, точно! Макдональдс, погнали! Девушки любят кушать, они их просто любовь через желудок идет, отвечает. Иди нафиг. Тест на идеальную девушку. Пицца с ананасами или без? Ну, типа, она вкусная. Я промолчу. А что? Я тебе просто ананас и без пиццы. Так это не мне надо, это для вас полезно. И туда, и туда. Вообще-то они для всем вас полезны. Так чё, с ананасами или без? Чё за кто, блядь? Чё? Винишко любишь? Нет. Подожди, а чё ты любишь? А шо там, водка, виски и коньячок? Она там водяру просто гасит. Да конечно. Чё, ты хочешь уже напоить меня? Понятно. Да. Даже не думал. Не, ебан, съебись оттуда. О, сука. Да, бля. Куда ты? Оп-оп. Ты это там, опусти шнур, чтоб мы не видели. Давай, езди. О. Я открою дверь. Да чё ты, блин. Сядь назад.
О, типа открыла. Все. Короче, похуй. В смысле похуй? Зрителям не похуй. Я свидетельствовал на этого пиздюка. Я сейчас объявление напишу. Ищу... Может, тут бывшего позвать? Ищу батюшку. Он нас и обвенчает. О, все понятно. Мне кажется, кто-то, блядь, захотел в больницу. Давайте, начинайте. Начинаем свадебную церемонию, да, давай. Сука, самый странный, блядь, мы способ. Мы еще не сказали, да? Ну шо, вы согласны? Да подожди, да давай по-адекватному, шо ты? Ты готов меня обеспечивать всю жизнь, блядь? Этот прикуп готов. Я готов, да. Я согласен как-то. А в сексе все позы использовать ты готов? Ну вот это даже без вопросов. Бля, чё за РП, пиздец? Мисс, ты согласна взять Эвана? А можно еще пока подумать? Мужья. Как-то подумать. Можно еще чуть-чуть? А все, поздно, поздно. Я, короче, буду это, сбежавшие невесты. Куда съебалась? Цыгане, цыгане украли невесту, подожди. Невесту украли. Садимся, садимся, Димон, садимся. Садись ко мне. Полетели.